Грипп, как и практически любое другое заболевание, проще и дешевле предотвратить, чем потом лечить и стараться избежать последствий. А потому уже не один год в преддверии осенне-зимнего периода в Брестской области проходит масштабная кампания по иммунизации населения. Такая форма стимуляции иммунитета уже давно доказала свою состоятельность. Согласно данным исследований, привитые болеют гриппом и ОРВИ на 78% реже, чем непривитые. Скоро у нас наступит предэпидемический период, который будет характеризоваться подъемом заболеваемости вирусными инфекциями и гриппом в том числе. Первыми симптомами вирусных заболеваний респираторных являются повышение температуры, кашель, насморк, першение в горле, головная боль. При наличии первых симптомов заболевания человек должен обратиться к медицинскому работнику, чтобы был установлен точный диагноз и назначено правильное лечение. Основными мерами профилактики в предэпидемический период – это проведение профилактических прививок, которые, как показали последние годы, являются очень эффективными. Процент охвата населения профпрививками в предыдущие годы ориентировался на 33-35%. Эта величина была достигнута. И, исходя из опыта последних лет, мы имели значительное снижение заболеваемости гриппом в первую очередь. В лечебных учреждениях области прививки делают как на бесплатной, так и на платной основе. За счет бюджета иммунизацию проводят для людей из группы риска по состоянию здоровья и возрастным параметрам, а также тех, чья трудовая деятельность сопряжена с высокой опасностью инфицирования. Привиться по собственному желанию за свой счет также не будет слишком накладно. Максимальная цена вакцинации против гриппа находится в районе 100 тысяч белорусских рублей. Сведения о наименовании вакцины, стоимости вакцины можно получить в организациях здравоохранения по месту жительства. Контактные телефоны организации здравоохранения по месту жительства вы можете получить в справочной службе. Стоит отметить тот факт, что с каждым годом все больше предприятий выделяют средства на проведение вакцинации для своих работников. Кроме социальной значимости такого шага, немалую роль играет и экономическая сторона вопроса. По подсчетам, на каждый вложенный в вакцинацию доллар доход от предупреждения заболеваний и потерь временной нетрудоспособности составляет около 10 условных единиц.